Интересно, почему рисовать стрелки стало одним из самых важных этапов макияжа? Ведь они украшают каждую девушку, делая из нее лисичку или кошечку. Но они так сложно рисуются. Одна длиннее, другая короче, одна уже, другая шире. Вообще очень сложно. А как правильно и красиво нарисовать стрелки, нам покажет визажист. Ну что, будем рисовать стрелки? Да. Смотри, я, получается, выбрала, тут как раз есть и стрелки, и можно поиграться с цветами. Да, красиво, красивые переходы. Давай попробуем. Давай. Так, мы сначала с тобой возьмем базу. Она у нас сужает поры, чтобы лишняя косметика нам не забивалась. Холодно. Освежает. Освежает, свежо. Так, чтобы все блестело. Наверное, я похожа на солнце. Возьмем еще увлажняющий крем, чтобы спрятать все наши шелушения. Угу, хорошо. Чтобы кожа нам потом сказала спасибо. Моя кожа почувствовала влагу спустя 1000 лет. Так, сейчас мы с тобой возьмем палитру, так сказать, профессиональная косметическая приблуда. Вот, и будем на ней наносить как раз-таки на нее тон, и потом уже на лицо тебе. Окей. Мы ничего прям смешивать не будем, потому что тон у нас довольно светлый, собственно, как и твое лицо. А, спасибо. Вот. Будем сейчас перекрывать все самое ненужное. Вставлять только нужное. Угу, хорошо. Все вбиваем. Повернись немножко, да. Угу. То оно у меня почти всегда сухое. Не забываем про область между волосами. Вот. Ушки не забываем. После нанесения тона приступаем к прорисовке бровей. Лучше всего будет провести по нижнему краю бровей четкую линию, а затем заполнить карандашом пробелы. Не забываем растушевать наш карандаш. Далее берем мыло для бровей, наносим на щетку и прочесываем бровки. Вот мы уже перешли к этапу стрелок. Проводим четкую линию от ресничного края в сторону висков. Затем от конца нашей линии прорисовываем уголок и заполняем пустое пространство. От ресничного края проводим еще одну линию выше нашей стрелки. И от конца линии прорисовываем волну, которая проходит по контуру подвижного века. Повторяем все на втором глазу. Мы дошли до теней. Аккуратными движениями набираем тень на кисть. Начинаем с уголка глаза. Каждый цвет аккуратно тушуем с предыдущим, создавая радужный градиент. Так, ну, мы образ почти закончили, но чтобы довести наш образ до вау-эффекта, нам нужно подкрасить реснички и добавить немножко блеска. Хорошо. Берем тушь. Как ты относишься к туши? Положительно, потому так, что... Так, чуть-чуть ниже глаз. Что у меня ресниц нормальных нет. Многие люди не любят, когда им красят ресницы. Не знаю. В том плане, что все сам. Мне нравится. Так, это чуть-чуть пошире открой. Так. И блестяшки. Да, такие вот блестяшки. Ой, красивые. Берем тоненькую кисточку.
Такие крупненькие. Не сильно. Вот. Берем и вот как оставляем капельки. Ну и добавим немножко румян, как говорится, для свежести лица. Вот. Румяные щечки – признак здоровья. Так, еще бабушки говорили. Угу. Пушистой кисточкой тушуем наш здоровый румянец. Ну как? Сейчас посмотрю. Вау! Красиво! Я честно не думала, что выйдет так, как на картинке. Спасибо тебе большое. Надеюсь, мы с тобой не в последний раз увидимся. Всегда пожалуйста. Очень красиво вышло. Мне очень нравится. Я не буду это смывать. Все-таки рекомендую смыть. Просто да. В другой раз снова накрасим. Хорошо. Вот такой яркий, но в то же время нежный образ у нас получился.